Салют всем любителям рестлинга! С вами Джеки, и это новый выпуск проекта 100 лучших матчей WWE. Погнали! Номер 86. Гробовщик против Эджа. 30 марта 2008 года. Шоу WrestleMania 24. Время неумолимо идет вперед. Все меняется с невероятной быстротой. Но в мире рестлинга существовала одна вещь, которой было плевать на время. Конечно, речь идет о знаменитой серии побед Гробовщика на WrestleMania. Год за годом список жертв Гробовщика увеличивался, и с каждым годом находился безумец, который хотел закончить эту серию. В 2008 году таким безумцем оказался Эдж. Он как никогда поверил в свои силы, тем более, что ранее ему уже удавалось оставлять Гробовщика в дураках. Поэтому Эдж в открытую заявил, что именно он станет тем самым, кто прорвет серию побед Гробовщика. Ну а как все в итоге получилось, мы все прекрасно знаем. Эдж 11 баллов, Гробовщик 14 баллов. Номер 87. Батиста против Криса Бенуа, против Криса Джерика, против Эджа, против Рэнди Ортона, против Трипл Эйча. 9 января 2005 года. Шоу New Year's Revolution. Достаточно посмотреть на состав участников, и все становится понятно само собой. Прибавьте сюда демоническую конструкцию под названием Elimination Chamber и получите один из самых лучших матчей этого типа. Специальным рефери был Шон Майклс, что также добавило остроты поединку. Все в лучших традициях такого многостороннего боя. Миллион прыжков, приемов и командных взаимодействий. Отличный выбор в том случае, если вы просто хотите насладиться рестлингом и не особо вникать в сюжет. К тому же, по моему мнению, отличный кандидат на матч, который можно показать друзьям, чтобы завлечь их к просмотру рестлинга. Конечно, я уже сказал много лишних слов. Этот матч нужно просто смотреть и наслаждаться. Эдж 12 баллов, Батиста 3 балла, Крис Бенуа 8 баллов, Крис Джерика 10 баллов, Рэнди Ортон 6 баллов, Трипл Эйч 14 баллов. Номер 88. Оуэн Харт против британского бульдога. 3 марта 1997 года. Шоу Ро. Это был очень особенный матч и особенное шоу. Во-первых, шоу проходило не в США, а в Европе. Если быть точным, то в Берлине. И все это было неспроста, ведь на кону стоял вакантный совершенно новый титул Всемирной Федерации Рестлинга. Титул европейского чемпиона WWF. В борьбе за этот титул сошлись друзья и напарники по команде. Такой вот вызов судьба бросила этим парням. Как я уже неоднократно говорил, ребята из Heart Foundation показывали свои лучшие матчи именно в борьбе друг с другом. Поэтому поединок получился выше всяких похвал. Отличные эмоции и непередаваемое ощущение чего-то грандиозного. Оуэн Харт и британский бульдог оба имеют в своем активе по 4 балла. Номер 89. Джон Сина против Кевина Оуэнса. 14 июня 2015 года. Шоу Money in the Bank. Все мы прекрасно помним, каким удачным для Джона Сины выдался 2015 год в плане матчей. И, конечно, особую роль занимают три больших матча с Кевином Оуэнсом на Pay-Per-View. Многие тогда спорили, какой же матч лучше, тот, что прошел на Elimination Chamber или же этот. Лично я больше отдаю предпочтение Чемберу. Однако и этот поединок, естественно, относится к разряду топ-матчей. Из различий можно выделить, пожалуй, то, что в этом поединке Сина проявил себя получше и был более активен. В целом же сильно картина не поменялась, и мы вновь увидели первоклассное зрелище от качественных исполнителей. Джон Сина 14 баллов, Кевин Оуэнс 4 балла. Номер 90. Крис Бенуа против Трипл Эйча против Шона Майклза. 18 апреля 2004 года. Шоу Бэклэш. Многие считают, что их тройник на WrestleMania был самым лучшим матчем в истории этого шоу. Что ж, тогда эти ребята хотели показать самый лучший рематч в истории. Об этом поединке очень многие забыли просто потому, что это был рематч. Но черт возьми, какой это был рематч. Для Криса Бенуа это была отличная возможность доказать, что его победа на WrestleMania была не случайностью. Что он может на постоянной основе бороться с такими крупными по статусу рестлерами.
Если Рестлмания — это место, где порой сбываются самые невероятные сказки, то после Рестлмании наступают суровые трудовые будни. Это дни, в которые лишь пот и труд смогут принести нужный результат. Обязательно обратите свое внимание на данный поединок. Крис Бенуа – 9 баллов, Трипл Эйч и Шон Майклс – 15 баллов. Таким образом, у нас есть два лидера с результатом в 15 баллов. За ними следуют Гробовщик и Джон Сина, у которых в активе по 14 баллов. Осталось всего два выпуска, и мы узнаем победителя. Как всегда, вступайте в паблик World Wrestling History и смотрите там Атиту Эру в отличной русской озвучке. Смотрите видео от авторов WWE влога и любите хороший рестлинг. Всего доброго!